Всем привет, я Женя. И не обращайте внимания на задний фон, просто я сейчас у бабушки и просто захотела с вами снять видео. Но я надеюсь, что фон это не главное, главное то, что я сижу перед камерой и, в принципе, поговорю с вами сегодня на часто запрашиваемую тему, это тема о фильмах. И это будет моя новая рубрика «Фильмы», которую я буду выпускать раз в месяц. В таких видео я буду рассказывать о фильмах, которые мне понравились. В этой рубрике я буду рассказывать только о трех фильмах и также буду им ставить оценку. Поехали! Первый фильм, который мне понравился и запал мне в душу, это фильм «Хорошие дети не плачут». Я его посмотрела еще зимой, и поэтому я посмотрела его до того, как это стало мейнстримом. Это просто божественный, великолепный фильм. Я просто вам всем его советую посмотреть. И я целый фильм рыдала, так что посмотрите его обязательно. И моя оценка 5 из 5. Второй фильм, который мне понравился, это фильм «Противостояние». Это фильм о девочке, которая переехала в другую семью вместе с родителями к другой девочке и ее тоже семье. И эта девочка, так скажем, была немодная, и она хотела влиться в коллектив той девочки, ее подруг. В общем, это тоже классный фильм, я вам тоже всем советую посмотреть, моя оценка 5 из 5. Ну и последний фильм, это «Дрянные девчонки, вторая часть». Этот фильм про ученицу Джо из средней школы. Она соглашается помочь изгою девочки Эбби по состоянию богатого отца Эбби, так как Джо хотела поступить в колледж. Джо и Эбби, объединившись, хотели победить пластиков. Это три девочки, которые, так скажем, держали всю школу. Ну и в конце концов Эбби узнает о том, что отец платил деньги Джо. В общем, это тоже классный фильм, и я всем советую его посмотреть. И моя оценка 5 из 5. Ну вот и все на сегодня. Я вам рассказала о трех фильмах, которые мне понравились. Если тебе понравилось это видео, то ставь мне палец вверх и подписывайся внизу на мой канал.